Всем привет! На дачу мы уже приезжаем. Очень редко у нас холодно. Листья желтые, опадают. Но я не могу не показать вам декоративную капусту. Сажала ее семенами. И как раз вот сейчас она во всей своей красе. Мы приехали на дачу отключить капельный полив и собрать остатки помидор. Ну, посмотрите, какая красота! Видео, как я сажала капусту семенами, есть на моем канале. Подписывайтесь на канал «Солнечный цветок». Вот что у меня выросло. Вы просили показывать результат того, что я сажаю, но я не всегда успеваю снять длинный полноценный ролик. Но хотя бы вот такой короткий отчет выложу. Эти семена недорогие, есть подороже, очень-очень красивые. Это вот самые простенькие. Но все равно вот она такая красивая. Единственный минус, что она зацветает поздней осенью. Вот уже октябрь. Ну, не налюбуешься. Редко приезжаем. Но хотя бы красивые фотографии для Инстаграм получаются. Ну все, с вами была Инесса. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. А также подписывайтесь на другие мои каналы. Ссылочки я оставляю под видео. Всем пока-пока!